Всем привет, с вами Кейн, и сегодня продолжаем проходить Sin City 3 Ярость Кейна. Сегодня мы проходим задание «Не все то золото». Действие происходит в Северной Америке. Что-то как-то на первый взгляд так сразу не определил. Редмонд Бойл не должен попасть на Филадельфию. Уничтожьте казну КСБ, это задержит его на поверхности. Хорошо, давайте начнем. Подождите. Я верил в тебя, дитя мое, и ныне моя вера вознаграждена. Теперь мы можем перейти к следующему этапу. Когда северо-восточная оборонная система ГСБ будет нейтрализована, Филадельфия станет уязвимой. Вскоре все руководство ГСБ прибудет на борт космической станции на ежегодное собрание. Однако одного человека следует задержать. Это Редмонд Бойл. Политик, чья жадность равна лишь его тщеславию. Если ты совершишь налет на казну ГСБ, он отложит свой полет. Хотите, чтобы он выжил? О да, дорогая. Мистер Бойл должен возглавить ГСБ. Действуй скорее, дитя. У нас много дел. Я знаю, ты следишь за мной. Ты всегда следишь. Скоро пророк уничтожит станцию Филадельфия, и с ее гибелью закончится греховное царство неверных. Однако один из членов совета ГСБ должен выжить. Редмонд Бойл, главный казначей, слишком труслив, чтобы представлять для нас реальную угрозу. И как бы странно это ни звучало, его приход к власти лишь сыграет Кейну на руку. Диверсионная группа готова приступить к операции. Уничтожьте казну ГСБ, и тем самым вы спасете никчемную жизнь Бойла. На этот раз. Хорошо. Поступило сообщение. Установите маяки на каждой энергостанции. После этого наша артиллерия сможет нанести по ним прицельный удар. Готовься. Да. Новое задание. Нам дают два отряда теней. Похитите золото. Похитите золото. Похитив золото, вы серьезно подорвете экономику ГСБ и получите новые средства для ведения военных действий. Хорошо. На самом деле задание... Ну, не очень такое сложное, оно диверсионное, оно такое стелсовое. Надо опасаться вот этих вот вертолетов молот, которые тут летают. То, что они нас спалят. Ну, вот этих ребят тоже, на самом деле, стоит опасаться, хотя они не так опасны. Мы их, в принципе, можем и пострелять. Но крайне нежелательно, потому что ХП убавляется у наших отрядов. Здание состоит, на самом деле, из нескольких частей. И вот это вот первая часть. Так, что вы делаете? Не спать. Без следа. Не надо ломать. Убить их. Обнаружены базы противника. Так, устанавливаем маяк возле первой электростанции. Мы бьем из тени. Эх, зачем же их взяли? Надо было двумя отрядами брать. В общем, по всей карте разбросан также такие вот маленькие контейнеры. Это медицинские контейнеры, они будут лечить наши отряды, чтобы мы их, собственно, не потеряли. Убить их. Объект потерян. Без следа. Объект потерян. Какой объект потерян? Чем уничтожают пехоту? Ну, на самом деле, это делают для второй части задания. Тишина. Вторая часть задания, они нам будут сильно мешать. Убить их. Хотя, я смотрю, они их еще и производят. Тень скроет нас. Да ладно, давайте не будем тут задерживаться. Да, они делают пехоту. Можно было бы, конечно, наших теней попробовать на них прокачать. Вот уже один отряд получил значок. Но мне кажется, это тоже будет не очень хорошая идея. Рано или поздно мы своих теней так можем потерять. Давайте потом двигаться дальше. Один отряд вообще уже коцанный такой. Так. А взрывчатку закладывать мы не можем, да? Почему? По-моему, потому что она стоит денег. Около 200 долларов. У нас по нулям. Тень скроет нас. Так, отлично. Закладываем еще вот здесь. Обнаружен противник.
Угу, какой противник? Без Никаких звука. Противников мы не должны были обнаружить. Нас не услышат. Так, здесь нету лечебного контейнера, да? Очень жаль, зато здесь есть. Без звука. Осталась последняя электростанция. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот этих надо спасти, 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 спасти! Вроде бы спасли. Обнаружена база противника. Слушайте. Без следа. Ох, как они там тут остались, конечно, или живые такие. Держимся в тени. Так, возьмите контейнер, ребята. Тени. Тишина. Отлично, чуть-чуть их подлечили. Так, устанавливаем последний маяк. Прячем куда-нибудь теней. Тень скроет нас. Так, ну не сюда, естественно, здесь их видно. Нас не услышат. Вот где-нибудь вот здесь мы их оставим, наверное. Тень скроет нас. Ребят. Обнаружена база противника. Нет, здесь они не спрячутся, их надо где-нибудь... Обнаружен противник. Где-нибудь в каком-нибудь уголке спрятать. Наверное, вот здесь я их поставлю. Так, уничтожьте этих ребят тут. Объект атакуют. Ну, они тут будут развлекаться, конечно же. А тем временем нам подослали подкрепление. Уничтожьте центр управления. Тогда ионные орудия не смогут нанести ответный удар. Обновлены. Да, нам предлагают уничтожить. Хорошее место. Так, раздавили ребят. Центр управления. Ну, это хотя научный центр. И плюс нам тут дают новую технику. Фантомы. А, это артиллерия НОД. Причем, знаете, это такая модифицированная артиллерия из CNC... Тиберион Сан. Там тоже у нот была сильная артиллерия, которая била на довольно большое расстояние. И принцип действия был примерно в принципе такой же. То есть они вставали на определенную точку, как бы вот так вот разворачивались и вели огонь. Там она была поэффективнее, да, там она. И очень эффективно против была пехота, она была очень эффективна в обороне, она была очень эффективна вообще против всего. И новая техника, на самом деле, была, но... Объект атакуют. Объект потерян. Готовься. Ох, там теней наших спалили, походу. Атакую! Но здесь она тоже кое-что из себя представляет. Чем я вообще ломаю эти пушки? Здание чуть длиннее, чем кажется на первый взгляд, поэтому нам понадобится... прокачанные фантомы. Вот один уже получил повышение. Обнаружена база противника. Огонь! Они не узнают. Обнаружен противник. Так, отлично. Можно двигаться потихоньку. И сканеры. Ждем здесь. Готов к бою. Здесь где-то тоже была у них база, да, вот у них база. Сейчас мы ее сломаем. Нас не заметят. Так, а вот вы отправляйтесь сбивать молотов. Они уже прилетели сюда. Обнаружена база противника. Ждем. Отлично. Хорошее место. Обнаружен противник. Готов, казаки? Так, что с ними? Качаются? Качаются. Так, а попадете, интересно, по вот этим ребятам? Тихая смерть. Ну, если бы они стояли на месте, то попали бы, да. Да ладно. Ломаем дальше. Ох, сколько осталось контейнеров. Обнаружен противник. Что ж, можем потихоньку двигаться вперед. Хотя нет, не можем. Уничтожьте пехоту. Атакую! Огонь! Я несу смерть! Гнев Кейна! Смерть и разрушение! Я крайне опасен. Готов к атаке? Уже в пути. Цель захвачена. Я крайне опасен. Обнаружен противник. Обнаружена база противника. Кажется, рано или поздно они должны по ней попасть. Готов к атаке? Славная смерть! На позицию! Они не узнают. Хотя... Блин, ну они нам на самом деле очень сильно будут мешать, эти бульдоги. Готовимся. Да ладно.
построим. А что у нас тут? Хорошее место. Пехотка. Так, что у них по прокачке? Обнаружен. Всех пока по одной, так скажем, звезде. Обнаружена база. Хорошо, будем качать дальше. Нам нужно, чтобы они стали ветеранами. Они, кстати, стреляют какими-то такими тиберевыми зарядами. Я думаю, будут ли эти заряды контактировать с обычным тиберием. Но, судя по всему, нет, да? Очень жаль. Обнаружена база противника. Так, там уже кого-то повысили опять. Очень хорошо. Я крайне опасен. Я словно тень. Незаметно. Осталось качать нам их совсем-совсем немного. Выдвигаюсь. Ох, как тут накрыло-то, серьезно. Я несу смерть. Тихая смерть. Обнаружена база противника. Цель захвачена. Да, очень крутая, конечно, эта артиллерия. Играться с ней довольно забавно. Уже жалко то, что нам дали их не так-то уж и много. И, в принципе, ну, я думаю, не очень интересно наблюдать за тем, как тихонько так их медленно качаем. Ну, собственно, других вариантов прокачки от артиллерии и нету, то есть как-то быстро прокачать здесь нельзя. Я несу смерть. Огонь! Можно было бы, конечно, их вообще не качать, но я перестрахуюсь. Повышение. Обнаружена база противника. Отлично уже. У двух фантомов по две звезды. Незаметно. Выдвигаюсь. Так, я призраки, жду. Будьте отрядом моим контр один. Вперед. Устроим засаду. Готов к атаке. Они не узнают. Маскировка включена. Сдохни! Объект атака. Так, отлично. Я надеюсь, мы найдем где-нибудь здесь медицинский контейнер. Так, вот этого надо уводить. Хорошее место. Устроим засаду. Отлично. Нас не заметят. Хорошее место. Обнаружен противник. Тут прям территорию, знаете, заняли. Да, хорошо, что у них тут? Краны, турельки, стражевые пушки. Самое то, чтобы качать нашу артиллерию. Там еще кого-то повысили. Смерть и разрушение. Я забыл еще сказать очень важный момент, когда мы качаем, то есть технику, когда они становятся ветеранами, получают звезды, они становятся более нет, не живучими, но они наносят больше урона. Что за контейнер, кстати? Контейнер с деньгами. А, вот он, самое золото, видимо, которое мы должны были похитить. Жалко, что не медицинский контейнер. Я бы сейчас не отказался от медицинского контейнера. Информационный контейнер. Тоже будем неплохо. Готов к атаке. Выдвигаюсь. Я жду. Обнаружена база противника. Обнаружен противник. Ранг плюс один. Хорошее место. Не принимать. Так, там у них молот летает. Гнев Кейна. Тихая смерть. Они не узнают. Огонь. Да уж, страшная, конечно, такая вещь. Это артиллерия. Уничтожает все просто противника. Очень быстро. Обнаружена база противника. Ждем здесь. Маскировка включена. Так, тут молот летает, и его по-добру, по-хорошему, на самом деле, надо сбить. Повышение. К тому же там еще бульдог где-то есть. Призрак. Я несу смерть. Готов к бою. Ох,
повысили двух фантомов до ветеранов. Круто. Осталось, значит, нам совсем тут чуть-чуть их качать. Обнаружен. Хорошо. Противник. Гнев Кейна. Готов к бою. Обнаружена база противника. Так, вот эти вот два только не прокачаны. Умрите. Огонь. Готов к атаке. И сканеры. Хорошее место. Так, там даже два молота летают, ты глянь. Так, отлично, еще кого-то повысили. А, все ветераны, отлично. Обнаружен противник. Дальше, если что, будем качать наших фантомов, призраков. Так, что у нас здесь представляет для нас опасность? Казармы. База противника. Нас не заметят. Кстати, у них бункер стоит, смотрите-ка. С пехоты внутри. Опасно, ребята. Воу-воу-воу. Это было, конечно, страшно. Цель захвачена. Так, давайте молота собьем. Он тут летает, быть честным, уже надоел. Бульдог. Еще там один бульдог, я смотрю, ходит. Так, отлично. Повышение. Теперь будем качать вот этих вот фантомов. Потому что они у нас такие покоцаны. Так, тихо, ребят, вы... Спасли, нет своих? Вроде бы, да, спасли. Так, вы какие-то слишком агрессивны, вам так не кажется? Давайте-ка оборонительную тактику для них сделаем. Там, кстати, еще один молот прилетел. Что не очень хорошо для нас. Еще один бульдог, откуда он взялся? А, они их делают, мать вашу. Давайте быстрее! Объект потерян. Они все умрут. А, все не очень хорошо. Я словно день. Так. Вот это сначала уничтожьте. Обнаружена база противника. Выдвигаюсь. Будем бдительны. И сканеры. Будем бдительны. Пока они спят. Объект атакует. Ждем здесь. Обнаружен противник. Легко. Так, только не взорви его. Отлично, он вроде бы выжил. Обнаружена база противника. Откройдемся. Маскировка включена. Так, сколько у нас призраков? Мало. Надо их как-то прокачать. Устроим засаду. Так, иди сломай вот это вот. Что это? Кран? Кран. Давайте быстрее. Что у нас за контейнер? Медицинский контейнер. Отлично. Медицинский контейнер — это прям то, что нам нужно. Только вот сбить сначала вот этого говнюка. Ну, легко. Повышение. Сдохни. На охоту. Обнаружена база противника. Я езжу тихо. Под землей. Отлично. Нападай. Объект атакует. Давайте быстрее. Ждем здесь. Бой. Я езжу тихо. Обнаружен противник. Я не за смерть. Что дальше? На самом деле, дальше мы так и продолжим качать вот этих вот призраков на их авиации, которую они сюда к нам посылают, постоянно они производят, потому что... И когда мы их прокачаем, мы пойдем дальше, потому что... Ну, здание не очень, как видите, простое, там еще будет третья часть. Вот это, уничтожение вот этого научного центра — это не последняя часть здания. Поэтому такие вот дела. Ну. Обнаружен противник. Призрак. Ждем здесь. Кстати, турелька ПВО стоит. Засаду. Это для нас халявная прокачка. У них есть сканеры. На охоту! Повышение.
Отлично, потихоньку качаются. Я жду. Объект атакован. Обнаружен противник. Давайте быстрее! Прячемся. Будем бдительны. Знаете, их даже можно вот так поставить в агрессивную атаку, а самим пойти куда-нибудь попить чайку пока. Как-то разбираются с вертолетами. Хотя это не совсем вертолет, это... Ну, вертолет. Ладно. Бля, зачем вы ломаете этот забор? За них опытом тоже не дают вроде. Хотя могу ошибаться. Обнаружим противника. Убью! Они все умрут! Ну! Они все умрут! Бой! Устроим засаду. Обнаружена база противника. Под землей. Объект атакован. Повышение. Так, отлично. Один ветеран есть. Маскировка включена. Обнаружен противник. Сейчас пробил. Не знаю, чем это делаю. Точнее, не сам это делаю, делает этот призрак. Обнаружена база противника. Находится в крайне агрессивном режиме, и поэтому он ломает все заборы, которые видит вокруг себя. Это агрессивная тактика. Выбранные войска переходят в режим агрессивной тактики. Обнаружен противник. Атакуют, собственно, все подряд, что только видят. Так, что у нас с прокачкой? Потихоньку качается, да? Не знаю, сколько нам еще надо сбить. Так, не надо ломать это здание пока. Рано. Итак, продолжаем. А, что мы сделали? Мы прокачали всю нашу технику, которую у нас тут есть. А, всех фантомов, всех призраков. И знаете что? В принципе, продолжать задание мы можем только одними призраками. А, без фантомов. Фантом, конечно, это хорошая артиллерия, но... Пока он развернется, пока он сделается выстрел, пройдет немало времени. Поэтому призраками мы гораздо быстрее закончим это здание. Но прежде чем его заканчивать, я хочу уничтожить авиабазу КСБшную. Находится вот здесь, и она довольно противная. Постоянно производит молотов. Вот он очередной летит. Очередняга. Здесь. Так, ну тут есть такая, конечно, фишка, вот этот мост, и на нем лучше не задерживаться, по крайней мере, если вы играете призраками. Потому что встанет пехота, а призрак начнет пехоте, и все закончится довольно плачевно. Что ж, что еще тут у него осталось? Электростанция? Ну, ее нету на самом деле, это баг какой-то. Обнаружим противника. Мы ее уничтожили. Нападай! Так, а с чем мы все ломаем здесь? Наверное, для того, чтобы повысить свой боевой множитель в конце миссии, вот, да. Ну и просто мне нравится играться, на самом деле, прокачанными танками призрак. Но они не прокачаны, они как бы ветераны просто, опытные такие ребята. Поэтому их ракеты носят больше урона, а сами они регенерируют здоровье. Как регенерируют? Чинятся. Убью! Явно там опыт такой сидит уже. Водила этих призраков, что знает все детальки своего танка и постоянно его чинит. Так, а у нас есть дополнительное задание, насколько я помню. Похитите золото. А, так вот, это золото находится возле добывающего комбината. Вот здесь. И, кстати говоря, оно охраняется. И... Да, вот тут две турельки охраняются... двумя противопехотными турельками. Ну, у нас есть танки, это раз, а во-вторых, они отключены. И, собственно, вот уже золото. Просто исчез. Ждем здесь. Задание выполнено. Просто исчез.
Не считал, сколько там было, но, по-моему, не так уж и много. Но все, 15 тысяч это ждем здесь. Такая себе, конечно, прибыль. Что ж, что у нас тут? Научный центр. Готов, до свидания. Ионные орудия выведены из строя. А вот замечательно. Поступили сообщения. Казна ГСБ беззащитна. Начинайте операцию. Начинайте? Ну, я бы на самом деле сказал заканчивать. Кстати говоря, у нас были какие-нибудь разведданные в этом здании? Похоже, что нет. Окей, ладно. Хорошее место. Думаю, забыл почитать разведданные в этой серии, но нам их, оказывается, просто не давали. То есть тут неплохо так защищенная база, тут и противопехотные турельки, тут и бункеры стоят. Кстати, если вы посмотрите, бункеры пустые. Почему они тогда отображаются ГСБшным, я не знаю. Если пехота покидает бункер, то бункер считается ничейным. Может занять кто угодно. Просто исчез. Ой, сколько у тебя тут пехоты, там у них танк стоит, ты глянь, два танка стоят. Причем таких, знаете, не слабых. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошее место. Уходим, 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 уходим. Регенерироваться, ребята. Хорошее место. Ультразвуковой танк там стоит. Я, кстати, забыл его название, сейчас посмотрим, наверное, как подъедем к нему. Так, отхилились, нормально, я жить будете. Тихо. Хорошо, хорошее вот место. Так. Просто исчез. Вот он. Нападай. Громовержец. Объект атакует. Серьезно, хрень? На ходу! Хорошее место. Ждем. И здесь. К тому же их здесь было две штуки. Я езжу тихо. Так, ладно. Пехота. Просто исчез. Ой, так мы можем, конечно, ждем сами здесь. Себя подрывать. Да ладно, надо уничтожить казармы, иначе будут делать бесконечно. После чего можно их всех просто придавить. Ждем здесь. Объект атакует. Устроим засаду. Так, что тут еще интересного есть? Почему вы бьете заборы? А, видимо, один из них в агрессивной тактике остался. Так, вот последняя пехота осталась. И казарма ГСБ. Я надо уничтожить. Итак. Казна, казарма, читаю. Казна ГСБ выглядит, ну, как вот такое вот здание. Весьма футуристичное. Там много антенн. Не знаю, зачем казне столько антенн. В бой! Объект атакует. Что ж, ломаем ее. Крепкое здание. Давайте, ребята, за работу. Задание выполнено. Ну, собственно, и все. Видеосвязь. Пророк просил поздравить тебя с победой. Да, спасибо, только прервись. Я чувствую, сейчас задание закончится просто, и мы не успеем почитать разведданные. А нам дали разведданные о таинственном нападении на казну ГСБ. Перехвачено послание ГСБ. Предмет – нападение на казну. Кому? Главному казначею Редмонду Бойлу, Вашингтон. От кого? Начальника спецслужбы безопасности Министерства финансов ГСБ Рамона Висенте, Западная Вирджиния. Мистер Бойл, я помню, что вы строжайше запретили мне беспокоить вас во время отпуска, но полагаю, нынешняя ситуация оправдывает нарушение протокола. Скажу прямо, у нас большие неприятности, ситуация чудовищная. Прошлой ночью некто обошел нашу систему безопасности, отключил питание, проник в хранилище и задействовал взрывное устройство. Ну да, конечно, проник в хранилище и задействовал взрывное устройство. Три танка призрака, которые несколько секунд долбили это здание, это так, не в счет, да? Окей. Точную сумму убытков назвать пока трудно, но по предварительным подсчетам они исчисляются десятизначными цифрами. Улик нет, подозреваемых тоже. Хотя есть предположение, что к теракту причастна группировка мутантов, именующих себя детьми Умагон. Советую требовать немедленного отчета. Совет требует немедленного отчета, а я не представляю, что им сказать. Мистер Болл, без вас мы не справимся. Искренне ваш, Рамон. Архивы нот. Заложили, говорит, взрывчатку.
Задание выполнено. Что ж, мы выполнили это задание за 31 минуту, 31,5. У нас довольно высокая эффективность боевых действий, аж 38,43. Но это, знаете, это потому, что мы ломали все здания. Мы качали нашу технику, и пока мы ее качали, мы уничтожили очень много тех же вертолетов Молот. Да, все уничтожено. 269 войск противника, это очень много. А войск потеряно 7. Ну, что-то здесь не так в этой цифре на самом деле, потому что мы потеряли одного танка призрака и двух теней. Два отряда теней. Это, собственно, все. А, ну он, наверное, считает то, что в каждом отряде по три. По третьих солдата, типа тени. И поэтому 7, наверное, так. Так, построек разрушили 55, построек потеряли 0. Ну, само собой. Ресурсов добыто 15 тысяч. Ну, добыто, это, конечно, громко сказано. Точнее всего, украдено. Мы выполнили все основные задания. Выполнили единственное дополнительное задание. И получили все разведданные. А, у нас еще разведданный про Фантом был. Да, я забыл то, что мы их читали. Что ж, а знаете, на этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.